с лишним процентов ВВП мигрировало за пределы Украины, то есть бизнес перенес свою активность, инвестиции там разворачиваются. Поэтому что там очень важно? Вы, находясь здесь в Европе, когда ищете для себя новую бизнес-модель, продумайте, каким образом Украина может стать частью новой бизнес-модели. Как использовать украинские трудовые ресурсы или украинские предприятия, в каких кооперациях. То есть не забывайте оставлять возможности для экономического роста Украины. Но все равно наша базовая идея – не ограничивать украинцев в перемещении, сделать так, чтобы украинцам было выгодно формировать партнерство за рубежом и реинвестировать ресурс в саму Украину. Поэтому выезд украинцев за границу мы рассматриваем как возможность, а не как негатив. И надеюсь, что скоро и президент тоже поймет, что ограничивать выезд или бизнес-активность за рубежом нельзя, что это вредно. Но в целом, да, в целом нам эту карту придется нарисовать. Желательно, конечно, такую, потому что там я не читал. Ну что ж, друзья, я, пожалуй, на этом закончу. Готов буду сейчас поотвечать на ваши вопросы.